Ну что, я поздравляю вашу команду с двумя финальными, финишными победами. Первые соперники, к сожалению, не приехали. Как считаете, за счет чего? Испугались? Да нет, у Shadows, в принципе, в конце были проблемы с составом. Поэтому, я думаю, дело в том, что они просто не набрали. Я бы хотел обратиться к Дмитрию Козлову и задать ему вопрос. У нас в команде патриархат, и он не дает нам давать интервью. Вопрос к Дмитрию. Почему? Интервью Николая Лебедева все равно всегда теряются в медиа-отделе СФЛ. Я предложил Александру Борисову, он не захотел. А кому еще, не знаю. Ванечку позвал, Ванечка захотел, с Ванечкой пошел. Можете ответить на первый вопрос, можете ответить на вопрос Николая Лебедева. Я приехал поздравить нашу команду, я давно не был на матчах. И очень рад, что мы заняли 4-е место по итогу. А почему Shadows не подъехали? Ну, это их проблемы, не захотели, не приехали. По сути, могли побороться тоже за деревянную медальку, вот не приехали. Какое-то особенное настроение на игру с «Мафией» было все-таки? Вроде бы как в лиге ходят слухи, что это очень хорошая и крепкая команда. Да не знаю, у них, конечно, по именам команда хорошая, но по игре, вот я вот, по крайней мере, в конце круга я смотрю, у них в основном это заброс вперед, спина перед защитником, сбросил удар. Ну, не знаю, есть и поинтереснее те же МСГ, поэтому в плане игры какого-то особого настроя не было. Но, в принципе, хотелось, конечно, выиграть, всегда хочется, тем более красиво закончить сезон. У нас для многих, может быть, это будет, была, точнее, уже последняя игра, поэтому, конечно, хотелось победить. Еще раз хочу сказать, что я считаю, для нашей команды 4-е место – отличный результат по ходу сезона. Поэтому могли забраться выше, могли попасть в стыки. Поэтому не знаю, как Дима относится к этой ситуации, но, как по мне, 4-е место заслужено и достойно. Что делали бы дерзкие утята, если бы попали в стыки? Героически бы выкарабкивались бы из них, тут как бы вопросов быть не может. Потому что стыки, в принципе, наша территория, мы в стыках хорошо выступали всегда. Мы в стыках за премьерку большой путь прошли, и с Полисенс, когда мы играли, тоже там стык был достаточно боевой. Поэтому мы бы бились, я думаю, ну не знаю, как там, если попались бы на вежливых людей или Полисенс, я думаю, нам тяжело было бы. А кто там еще? Вайпы, кто нет из вышки, вайпы. И Мертеси, ну, поборолись бы. Но я думаю, мы все равно остались, вот. В следующем сезоне будет задача не попасть в стыки, конечно же, первоочередная. А там посмотрим, пора уже и в тройку закарабкиваться. Все-таки патриархат патриархатом, но, пацаны, все работает, поднимаемся постепенно, все нормально. Да, я проводил аналогию недавно с Тульским Арсеналом. Очень похожа наша история. Мы также там из низов поднялись в высшую лигу. И потихонечку-потихонечку вот уже и в Еврокубках, по сути, забрались. Будут ли сегодня у тебя каким-то образом отмечать свое 4-е место? Или будете ждать следующего года, когда попадете на медали? Ну, у нас вроде там Андрей Богатырев за всех отметит на закрытии. Поэтому мы уже в следующем году к нему подтянемся. У нас есть интересная история, связанная с закрытием студенческой лиги. Нельзя этого рассказывать. Вот, поэтому вряд ли мы еще раз отправимся туда все вместе.